Несколько раз мы затрагивали истоки современного терроризма как масштабного движения, имеющего свои четко отработанные методы. Безусловно, эти истоки лежат в СССР, а конкретно в его специальном органе Коминтерне, по сути, это была огромная диверсионная школа, в которой проходили обучение коммунисты со всего мира, и целью этой структуры была подготовка не так самих террористов, как инструкторов, которые могли создавать уже террористические сети и объяснять, как проводить диверсионные операции на местах. Те, кто проходил подготовку в комментарне, получали теоретическую основу терроризма, а кроме того, им преподавали дисциплины, которые точно не дойдут до конечного террориста, а именно конспирация при создании террористических сетей и ячеек, вербовка, контрразведка и т.д. Потом тем же самым занимались другие органы и структуры, но суть оставалась та же. Террористы доходили до уровней подготовки, когда они могли успешно действовать в условиях жесткого противодействия местных правоохранительных органов, не эмпирически на своих ошибках и промахах, а получали уже готовую и хорошо проработанную теорию. Как раз она помогала избежать большинство известных ошибок, а значит и потерь, тем самым повышая скорость достижения поставленных целей какими обычно являлись свержение правительства и захват власти. В общем, латиноамериканский, ближневосточный и индокитайский терроризм имеет одни и те же корни. Где-то это было организовано прямо через СССР, где-то опосредованно через местные школы, организованные бывшими курсантами коммунистического интернационала или подобных структур. Где-то эти движения имели успех, а где-то группировки перешли на самофинансирование и опыт подпольной террористической борьбы помог создать мощные картели и синдикаты по производству наркотиков. Просто боевики отбросили идеологическую составляющую и перестали бороться за свержение правительства, справедливо полагая, что проще всех купить за небольшую долю своих прибылей. Время шло, и терроризм принимал самые причудливые формы. Иногда никуда не девался даже тогда, когда вроде бы власть уже захвачена и программа выполнена. Но как это произошло с наркокартелями? Жизнь вносит свои коррективы. Муаммар Каддафи объявил войну Западу и вел ее террористическими методами. А Палестина стала чисто террористической сущностью, а теперь квазигосударством. Она живет исключительно терроризмом и на деньги, которые приходят от спонсоров на борьбу. Но вот что тут важно. В конце 20 века терроризм и террористы попадали в сферу деятельности правоохранительных органов и спецслужб разных стран мира. Сама суть деятельности террористов, скрытность, предполагала соответствующий формат борьбы с ней. Именно благодаря скрытности и конспирации почти никогда не происходило длительного и прямого противостояния властей с террористами, и поэтому против них было сложно использовать что-то более тяжелое, чем полицейские методы борьбы. Облавы, аресты или убийства боевиков при невыясненных обстоятельствах составляли арсенал борьбы с этим явлением. Было понятно, что пока есть финансирование таких движений или не дай бог, они нашли методы самофинансирования, полностью искоренить подобные структуры было трудно, потому что они возрождались в новом месте и с новым обликом. Но вот в сентябре 2001 года произошла явная точка перехода. Теракты с самолетами, которые протаранили башни ВТЦ и Пентагон, привели к новому осмыслению проблемы терроризма и новым методам борьбы с ним. Заметим, до этого момента террористы уничтожили не один пассажирский самолет, а знаменитый Боинг, упавший в Британии на поселок Локерби, вообще стал чем-то вроде визитной карточки террора. Но ни один из этих инцидентов не привел к последствиям даже отдаленно, напоминавшим то, что последовало за терактом 11 сентября 2001 года. Штаты начали широкомасштабные войсковые операции как в Ираке, так и в Афганистане – Ирак сыграл роль недавней Ливии, откуда шло финансирование террористических организаций, в частности Аль-Каиды, и, насколько нам известно, даже при очень натянутых отношениях Вашингтона и Багдада через разведку Хусейна были переданы требования задержать и выдать причастных к этому теракту, чтобы не иметь себе проблем. От Хусейна пришел ответ в виде рисунка руки со средним пальцем. Дальше всем известно, как пошли события. Но Афганистан, вернее пещерный комплекс Торабора, долгое время был убежищем для самых отъявленных подонков, и долгое время именно там скрывался глава Аль-Каиды Усама и его ближайшие сподвижники. Ходили слухи о том, что в какой-то момент было достоверно известно, что Бен Ладен находится внутри пещерного города, и американцы рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия для уничтожения всего этого курятника. В итоге эпопея растянулась на десяток лет, и уничтожить террориста удалось только после того, как он расслабился и решил, что о нем забыли. Вот тогда-то его вычислили и уничтожили, формально достигнув цели огромной войсковой операции. Но в любом случае Аль-Каида действовала канонично, скрытно и тихо, проявляя себя только тогда, когда проводились теракты. Вторая точка перехода произошла чуть позже, когда уроженец Ирака Аль-Багдади выходец из хусейновских спецслужб, которые, в свою очередь, натаскивались еще советскими, а потом и специалистами Московии, создал движение, известное как ИГИЛ. И вот уже цели этой структуры выходили далеко за рамки классических террористических движений. Как и палестинские боевики, Даиш начали борьбу за землю, а не за захват власти. И это действительно выглядело свежо и необычно. Причем эту землю они захватывали не внутри отдельного государства, как это делают сепаратисты, а как минимум в Ираке и Сирии с прицелом на еще больший охват земель соседних стран. Только на них обратили внимание не в самом начале движения, а когда она уже набрала обороты и де-факто контролировала довольно большую территорию, где установила свои порядки не исключено, что спецслужбы ряда государств уже сигнализировали своим правительствам, что это проблема, причем крупная, и что с ней пора бороться жестко и быстро, чтобы она не переросла во что-то более опасное и более крупное. Но если к этой борьбе подключать войска, то избирателю надо объяснить, что и зачем они делают, а также на что идет бюджетное финансирование. В данном случае это было сложно, потому что экстремистская структура толклась на землях исламских стран, а поэтому внятно объяснить, в чем там проблема, требующая военного вмешательства, было совершенно невозможно. Все изменилось в тот момент, когда ИГИЛ стал распространять видео массовых казней с перерезанием горла. Именно это, а не длинное объяснение опасности, экстремизма и остального, подействовало на публику, и когда туда полетели самолеты с ракетами и бомбами, уже мало кто имел сомнения в том, что эту дикость следует выжигать под корень, потому что это не люди, с которыми нет никакого смысла что-то обсуждать или договариваться. Проще говоря, произошел процесс некой спонтанной дегуманизации, и публика в странах, которые призваны обеспечивать миропорядок, согласилась с уничтожением этого явления силой оружия. Заметим, эта самая дегуманизация произошла не в результате специально сформированного и направленного потока информации, которая может вызвать подобный эффект, а всю работу сделали видеоказней, которые сняли сами ИГИЛовцы. Своими руками они сделали то, чего не могли сделать многочисленные доклады разведок и служб, которые подавались на столы первых лиц ведущих стран мира. В итоге именно эта дикость и стала тем триггером, который запустил еще одну кампанию по разгрому очередной террористической мерзости. И как теперь становится понятно, ИГИЛ стал отмычкой для Москвы, которая искала официальный повод для своего присутствия в регионе. Это можно подтвердить разными методами, в том числе и методом от противного. Как только путинский режим увяз в агрессивной войне против Украины и на него пошли все военные ресурсы, сама слово «ИГИЛ» исчезла со страниц мировой прессы и вообще об этом уже почти никто не вспоминает. Но тут важно то, что этот этап борьбы с терроризмом выявил еще одну его форму, которая стремилась создать новое террористическое государство не внутри существующего, а на основе захвата части земель соседних стран или же захвата их территорий целиком. Это уже стало похоже на что-то, представляющее собой гибрид империализма и терроризма. Но это еще не все. На наших глазах, во всей своей красе, проявила себя цитадель терроризма – его гнездо, откуда вышла большая часть террористических движений за последние сотню лет. В итоге получается вот что. Теракты, связанные с уничтожением гражданских авиалайнеров и повлекшие за собой гибель около 3000 человек, привели к войне в Ираке и Афганистане, захват территорий и массовые публичные жестокие казни стали основанием для уничтожения террористических структур в Ираке и Сирии. А сейчас весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем на своем счету она тоже имеет сбитые гражданские авиалайнеры и судом уже доказано то, кто, как и чем их сбили. Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает жесткие террористические режимы, и она же демонстрирует публичные жестокие казни в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья от просмотра таких видео. Население люто одобряет отсечение голов и прочие дикие вещи. Ему это нравится, и ему хочется это видеть постоянно. И вот, с учетом того, что страна сама распространяет все виды терроризма по миру, совершает теракты, захватывает территории, совершает публичные казни, является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует. И никаких военных операций мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все то же самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина. Тем не менее, цивилизованный мир оказался у очередной точки перехода, и если сегодня он не сделает правильных выводов, то завтра этим террористам будет Китай. Со всеми вытекающими последствиями.